присутствовали чеченцы. Вот уж. И блондинка тыкала в нас пальцем, чеченец кивал и контролировал каждого из нас вот на фейс. А мы тут будем... Вы понимаете, что завтра, послезавтра, а тем более они позавчера обещали, что через неделю вы поймете, кто в доме хозяин, что просто мы можем превратить город в кровавые реки, то, что творится у нас. Ну, я могу сказать, я с вами согласен полностью. Почему? Потому...